Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, это Travel Fox, первый сезон, вторая серия по онлайн. С вами Лео и Дима. Здравствуйте. Мы продолжаем играть в эту игру. Кооператив, также, так всегда, нормальная сложность. Два игрока, все то же самое, все оставляем как есть, просто создаем новый. Давай, присоединяйся. Да я тебя жду. А, присоединиться. Все, все готово. Да. От винта. Черный плащ. А ну-ка, от винта. Надеюсь, а почему я возле тебя все время сидел, припалю тебя? Не знаю. Я, кажется, так, заставку понял. Пропускаем? Ну, пропускай сразу. Походу мы в лесу спанились. Да нормально. Ты присоединился? У меня еще загрузка. А, значит, ты еще подключаешься. Я все собираю, то, что вижу. Все. Жди меня. Окей. Встаю, жду. Только возле меня, надеюсь. Вот, я тебя вижу. Проснулся. Мы поменялись ролями. А, нет. Да. Ты тоже так же был. Я знаю. Я имею в виду персонажа с внешности. Ты белый кожаный, да? Да ни хрен знаю, кто я. Давай двигайся дальше. Ну, так, мутаем, как всегда, как обычно. Время коммунизма. О, ткань. Может, пойдем сразу в пещеру к этим туземцам? В пещеру? А зачем? Ну, босс повалим. Ну, если честно, у них там вообще босса не существует, если честно. Ну, этот, который большоногий. Многоногий вот этот, который. А, ты это имеешь в виду? Ну, это и босс. Так. Ну, я просто не помню, я просто до конца там... Руби сразу палки, палки руби, они сейчас понадобятся. Мы сейчас будем пока маленькую кибетку строить. Так, ну там все. Сколько ты можешь переносить? Я не помню сколько. Давай. Ладно, попробуем. Пошли за мной. Я знаю, где это мы. О, два кратца. Сейчас я заберу эту пару вещичек. О, еще ящик. Все, пошли, я знаю, где мы. Но возле берега. Около берега? Около яхты. Вон, я тебе говорю, возле яхты заспавнились. О, отлично. А вот ты там, не верил. Там есть запасы еды в корабле. Я помню. Ну, просто там веревки есть. А я не говорю, что нету. Я там закрытая комната есть. Давай лутаем. Я лутаю. Ой, акула здесь присутствует. Несо. Они не они съедобные. Они сгнившие давно. А. Акула, уйди, тут да? Фотографии есть. Фотографии есть. Сиди, смотри. Сейчас, секунду. Ящик еще. Собираем, собираем. Фотографии. Так. А. Так. Черепахи. Лодка.
Фотографии про Идите в депах убивать, тут мясо пришло. Черепахины. Давай. Мясо мое, твои панцири. Теперь наоборот. А тут же 3 штуки было. Да что ты убил ее? Хватит ее трогать. Ё-моё! А, я могу взять только один спанс. Я подлетел на короля. А, такое есть такое, да. Итак, уважаемые друзья, нам в предыдущей части, в предыдущей серии нам не удалось прожить и построить идеальное жилье, себя убежище, скажем мы так. Короче, сейчас возьмем что-то надо и все. Так. Да, и мы сейчас в этой серии, мы сейчас будем Иди всем журнал лутать. Там бери, прочитай его, чтобы тебе потом это понятно было ему. Может этот, кораблик построить? Лот. Корабль? Да. О, деньги. Давай плот построим и будем с тобой в зенебиом собираться. Почему бы нет? Конечно можно, почему бы нет? Наоборот. Сейчас, если зато есть, там есть возможности. Зато можно и маленький палат. Еще давай, я оставлю плавучую лодку с этим, с теле... О, здесь поспать можно. Там, кстати, я что-то не помню, можно было делать? На корабле можно спать. Так, да, на корабле, походу, спать можно, да. Так, это растяжка, это не то. Плавучий дом, вот большой сколько плод. Запаса я взял, все запас. А ты там все собрал? Да. Вот. О, идеально. Сейчас, подожди секунду, я посмотрю. Иди сюда. Хватит там стоять. Я просто отсмотрю наверху, на поверхности. О, веревка можно взять. О, замечательно. Даже несколько веревки. Ну это да. Не зря взял. Ну то есть не то, что не взял, а не Иди зря... Иди палки взял. Собери, там палок на 25 штук еще. Сейчас. А, мы на поверхности воды будем жить? Нет, мы будем плавать и собирать лут. А, понял. И охотиться. Понял, сейчас я тебе помогу. Ну ты понял комедию в тот раз. Рубили и строили. Я рублю, ты строишь. Окей, Правда. Как раньше. Да. Надо будет еще осторожнее, потому так. что... Если мы не достроим, это... Нет, я рублю, орё. А, хорошо. Ну, то у тебя топор. Стандартный такой топорчик. Осторожно, лавина! Давай, лай... Ё-моё! Беру. Я за палками пошел, пойду палочки собираю. Окей. Маленькие, в смысле? Ну да, чтобы достроить. Так. А, там 32 нужно максимум. А там мне сейчас я заложил, добавил еще свои, там 10 штук. У меня 10 палок с собой. Так, так, хорошо. Так, дерево надо срубить. Так, давай. Так, еще сколько там? 12 палок нужно. Я иди палки, иди пока палки собирай, я пока бревна подношу. Окей, сейчас соберу. Ну, палки я быстро соберу. Чтобы потом с палками не маяться тебе со мной. Я, кстати, в мирном режиме его не пытался достроить. Не пытался? В смысле, давай, давай, мне давай. Просто не получалось? Да, не получалось. Там надо... Там щитами можно, конечно, достать, но это будет не очень хардкорно.
Ну, поэтому я и говорю, лучше играть лучше со своим лучшим другом, который больше всего доверяешь, потому что есть какие-то игроки, которые наоборот могут просто не играть честно и просто портят твою интерес игры. Просто они любят там просто выделываться, Запах, что ли, убивать там собираешь? всех подряд. Собираю ветки. Давай. Все, ветки Иди, полностью готово. все, иди деревья собирать теперь, рубленые, от меня. Иду. Ветки уже Надо готовы. быстро, рубиться, чтобы они потом нас не убили, туземцы, а. Ага, особенно, кстати, а в этом лодке там сохраняться можно, походу, да? И спать. Но я не помню, это палатки потом понаделать. Ну, я просто спросил, мало чего. Я сам тоже не помню. Осторожно, по башке прилетит. Ага, надо говорить. Осторожно, вовина! Так, дровосеки так Иди, всегда неси кричат. давай. Неси давай, мы сейчас с тобой так не достроим. Да я несу, что ты там кипишь? Не кипись, остынь. Ну, ты не помнишь, сколько я там... Я тебе могу сказать, я в одиночке пол леса срубил. Я помню. Так, вот, дроны еще лежат. Кто-то упустил. Так, еще есть где-то? Блин, тут пить хочешь, зараза. Да у меня тоже хочет. Бутылки у запаса еды у нас есть, так что лучше их не тратить. Давай лучше их экономить. Если хочешь пить, я лучше бы с твоего места лучше Так, первое попил. дерево срубил. Сколько там? У нас 14 из 57. Бегу. Сейчас соберу. Осторожно, лавина! Не на меня. Я успел увернуться. Наверное, если бы он дерево на меня упало, наверное, убило, конечно. В игре, Ага. смысл. Да, Если тебе я. потом... Нет, он тебе прибил бы реально немного. ХП с него. Ну, если она снимет, да, то это наоборот хорошо, это то же самое, что как в реальности. Но в реальности она меня бы убила. Полетела одна. Ничего себе, тут я лесорубом работаю. Да ты у нас дровосек, лесопилщик, настоящий. Блин, выдохался, да? Ладно, ничего страшного, соберу спокойно и все дострою. Не, Уже правда, класс. 39 осталось, ничего себе. Уважаемые друзья, насчет второй сезон по онлайн по этой игре, она выйдет только на живой стрим, только где-то в летом. Пока что мы делаем первый сезон. То, что мы сейчас играем. Так что пока что мы играем то, что без живой стрима. Конечно, обязательно с комментарии мы с вами поиграем. Пообщаемся. И все покажем. Так что, пожалуйста, ребята, потерпите. Если, конечно, трансляцию 21 числа включат. Если его нет, то правда, ребята, извините. Так, пошло второе. Да, почти Давай ты там пока достроили. строй, я займусь дальше лесорубством, чтобы тебе быстрее было достроить. Я понял тебя. Я пока все Но потом собираю. отчалить придется. Кстати, да, нам еще надо как-то сохранить. То есть не то, что сохранится. В предыдущей серии, да, Ой, мы, блин, куда наверное. ты отлетела, родная? Че, бревна не туда упала? Дерево. Да, бревна не туда падают, они прям в лес валят. Бывает. Ой, травки я взял. Зачем? Ладно. Может, для крафта что-то. Давай, собирай. А я что делаю? Я несу. А, ну Мне да, такое там может есть. ощущение, что наш плод его оплывает. Я тебе там в сторону еще рублю, не забывай. Я вижу. Я же собираю, Там тебе пол говорю. леса. Если бы я мог взять по три, то было другое дело, я уже давно бы все заносил. Нет, Так что. это потому что ему не влезает.
Ну это да, я знаю. Я просто говорю, если бы был бы по три, то я бы уже давно бы взял по три штуки сразу. Тогда один дерево Отстранись. срубаешь, у тебя сразу у тебя появляется уже по три брёвна из одной целиком дерева. Так, смотрим, сколько осталось. Сейчас 32 из 57. Почти доделал. У нас гости. Кто? Чежензинс. Где я? Смотрю, вот там, возле наших. Вон сейчас бежит к нам. О, стой, тихо, тихо, открой. Убежал. Давай. Продолжим строительство. Понятно. Давай быстрее. Делай, 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 Работай. делай. Я тебе помогаю. Давай. Отсваливать от них. Вообще-то да. Так. Уже ночь. Они Нет, зараза еще ищи. агрятся сюда. Да, ночью они нападают на нас. Блин, так быстро. Ой, не успел взять. Быстро Ну, извините, выдыхаешься. сталося из двух. И я тебе, кстати, скажу, я тут срубил, что нам должно хватить. Но если не хватит, то нам придется еще Да взять. там надо, если не хватит, нам придется все равно срубить. Сколько там? 17 уже? Давай, давай, давай. Блин, меня вода кончилась 40. сейчас. 40, да. Сейчас остался еще 7. Ой, 17, точнее. Давай, давай, давай. Блин. А, он уже опоры делает. Он проход делает наверх уже с опорами. Давай, давай, давай. Делаю, делаю, делаю. Надо потом костер сделать и еще что-нибудь. Так, осталось 13. Да. Не хватит, Блин, мне походу. не нравится, тогда он так медленно. Блин, сейчас я попью. Это да. Заодно батончик одну съем и все. Не будем так съедать все. Просто мне не нравится, когда он так долго пополняется, выносливость. Да, давай быстрее, надо сваливать уже. Согласен с тобой. Нам жить Девять хочется. берем, девять берем, давай, 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 давай. Ускоримся сейчас. Сейчас доделаем. Да, надо еще скамейку там сделать, чтобы он передыхал. Я тебя понял. Это много, да. Слушай, птичка, чалка. Может, хватит там возиться? А то сейчас на мясо будешь. Пойдешь. Уже попадешь. Блин, давай. Так, хорошо. Где у нас еще бревна? Рубить? А, все, рубим. А может быть вот дерево поближе? О! Два нашел, кто ты срубил, и еще. И один там дальний его свалился. Там еще два. Ну, я тебя понял. Возьмешь или я возьму останки там? Да я тут уже рублю. Ну ладно, я возьму тогда останки, которые лежат. Да восстанавливает ты силы, блин. Да, уже темнеет. Нужно делать это быстро. Давай, 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 падайте, родные. Так, где брёвна? Я что, пропустил что-то? Нет, я просто в темноте не вижу. Стой, я возьму, не надо, не надо. Там, по-моему, два осталось. Все. Капитан, Запомнили? капитан отчалил я. Окей, бегу. Я тебе помогу. Так. Как вести? А. Левой кнопкой мыши. Веди. Вау, разворачивайся.
Это ты вели, да, я не верну. Капитан! Надо отчалить уже. Я делаю. Только почему-то я только... А! Надо правой кнопкой мыши поворачивать вправо. Лево, лево поворачивай. Окей. Так, тормози. Мы должны знать, где мы вы. А! Подожди. А давай факел поставим. Какой факел, блин? Капитан, нам хана. Мы не отплыли. Совсем? Ну как сказать, а то что не так не отплыли. Ладно. У тебя сколько. У тебя есть. Сколько у тебя этих? Чего? Нет. Блин, а как отнимить действие? На Е. А, на Е, тот самый, да. Давай, ты на то, я на то. Перерубаем. Окей. Так. Так, назад. Ты тут дурын, да не туда плывем. Окей, разворачиваю, нажимаю правую кнопку мыши. Ну вообще не двигаемся вперед. Да я знаю. А как же тогда плыть-то? Ладно. Это прилив должен быть, сейчас. Сейчас я приду. Блин, он не двигается, слышь? Вообще? Да, он не двигается. Ну как сказать, мы с тобой на мели сидим. Охренеть. Блин, помоги забраться. Окей, да. Все. У тебя есть на костер что-нибудь? Что-то вроде костера? Ну, Павел, сколько у тебя? А, сейчас добавлю тогда. Сейчас посмотрим. Две штуки давай. Одно обратно зажгли. На корабле разожгли костер. Гениально, Хватсон. Давай, я пока мясо пожарю. Я тоже тогда добавлю. Давай, добавляй мясо, будем жарить с тобой. А, на букву С добавить, да. Немного бум. Давай, разжигай. Вот тебе шашлычок на корабле. Да, но только мы не плывем ни хера. Да сейчас, прилив. Надо было вообще там на корабле его. На другом месте ставить его. Ладно, потом. А-а-а. Короче, смотри. Нам с тобой одновременно надо плыть, чтобы было прямо, нам надо левой кнопкой мыши одновременно. Готов? Давай, отплываем, Христов. Да. Ура! Я левой кнопкой мыши нажимаю. Правой кнопкой это назад. Давай, это. Тихо, разворачиваем. Нет, не в ту сторону. Давай. Тормозим, все, вылезаем, отплыли от основного. Отплыли совсем? О, да, замечательно. Да, да. Значит, надо было просто одновременно вести. Давай, кушай. Да, я теперь полный, сытный. Вот тебе и пикничок. Ну чё, куда плывём? Да. Может быть, здесь что-то еще надо добавить? Например, последний... Да ладно. У тебя камни есть? А, их нельзя ставить, забыл. У меня камни раз, два, три, четыре. И веревки есть. И палки две. Батончики. Что еще? Так, братан. Братан, смотри, что я нашел. А, это нет. Этот, как его, для мяса хранения.
Сушилка. Да. Есть еще и там такой же, только. Во. Подожди. О, сюда я поставлю, чтобы потом надо место сушить было. Ну что делать? Сейчас добавлю. Будем? Две штуки добавил. Ну ладно, потом что? Добавим. Кстати, можно водосборник поставить. Еще. А, кстати, надо посмотреть это еще. Как его? Да, сейчас. Да, смотри, что поставил. Сейчас. Подожди. А! Только палки у меня больше нет. Ну ладно, без них обойдется. Это для воды, типа, набирать. Да. Идеально. Так. Это... Так, я сейчас хочу посмотреть постройки по поводу... Так, есть рыбалки. А, нет, это просто пища относится, да. Огород можно... Короче, надо кроликов валить, товарищ. Я с тобой согласен, да. Корзина для стрел. Много чего можно строить, что хочешь. Даже крышу, то есть домик на дереве. Лодка. А ты большой плот построил, да, вот. Есть плавающий домик, надо, можно даже строить. Да пофигу. Да я просто смотрю, что есть, что варианты так. А... Я в этот плод, ну как сказать, зашел куда не надо. Слышь, я нашел этот пассажир, список пассажиров, смотри. Это ты имеешь в виду для готовки там еще что-то? Пассажирский, ну это фигня, которая, чтобы ну, пассажиров. Смотреть. А! Я понял. Так, я походу убираю. Так, мне это не надо. Так, ну. Слышь, смотри, что я сделал. А! Ты горишь! Карамба! Ты что сделал? Зачем? Мама, где я? Я запутать не могу. Все, залазь. Ты просто, наверное, слишком близко подошел. Ты куда костюм лезешь? Костер, я тебя ненавижу, эй. Сколько здоровья? Хреново. Почти ноль был бы. Где мой топор? Что делать-то будем? Давай тогда дальше плыть. Куда дальше? Ресурсы. Нету света, у нас фонарей нету. Да я. Да сейчас дождемся утра, да и поплывем. Надо вообще днем плыть. Так, надо эту палатку просто построить. Да не построим мы палатку. Даже обычную палатку не построим. С деревянной, с каменной. Потому что она, зараза, тут не ставится. А, временное убежище... Да. Чё, реально? Ты, по сути, не... пойми, что она вообще не ставится здесь. Блин, ну мы с тобой, конечно, сделали. Надо можно было собирать... домик строить большой, сразу с домиком, сразу же. Блин, а мы притупили. Мы просто обычный плот построили. Да нормальный плот построили. Да я не говорю, что это плохо. Зато осматриваться можно. Ладно, давай, прямо отплывай. Сейчас сначала левее, прямо 2 километра отплывем, дальше плывем. В левее. Окей. Готов? Да. Окей. Одно вредно только надо просто вести, чтобы уплыть. Зато весело. Плывем. Подожди.
Ты скалу видишь, что? Я ничего не вижу, кроме луны и воды. А что? Давай плыви. Плыву. А, у меня с персонажем посмотрел фотографию о планете, о своем сыне. Сам, автоматически. Я ничего не нажимаю. Поворачивай направо, направо разворачивайся. А, направо? Окей. Стой! А, стоп, ты не так, а, Тормози, тормози, тормози. Все, стоим тут. Да, Андрей, фотку сына доставил, все. Ладно, потом. Говорил, нужно кровать? Да, чтобы спать. Где ее поставить? Ну, давай попробуем наверху. Она внизу только ставится. Ставь, где как раз она может поместиться. Нам ее одного хватит. 4 шкуры, 14 палок. Да. Ладно. Только кроличий нужен. Кроличий? Шкура, смысл. Ты уверен? Да, там на лицом кроличий. О, 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 рассвет, рассвет. Так, о, капитан, наконец-то. Так, где наш капитан? Нам хреново, разворачиваемся. Да, мы не туда зашли. Сейчас, секунду я возьму. Да на, направо надо. Сейчас я разверну машину. Да, ты разворачивай, потому что то, что ты бьешь, ты управляешь направо, а я наоборот. Так, я... стой! Поплыли. Готов? Готов. Так, подожди. Что такое? А, развернуться хочешь? Ну да. Эээ! Братан, ты плывешь. Стой, 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 стой. Готов? Давай. Давай, на этот остров? Тормози, я развернула. Давай, давай, давай. А, кораблю? Ты нет, правой кнопкой назад кораблю разворачиваешь. Надо левой кнопкой мыши. Надо правой. Куда? А, значит, мне самому правой, да, вот. Вот так, да? Да, да не туда. Раз, раз, два, три. И что это было? Надо одно вредно же ввести, чтобы быть прямой. Я его сейчас выведу, чтобы он туда прямо был. Давай, готов? Готов. Раз, два, три. И без остановок, просто одно вредно, просто левую кнопку мыши задерживай. Он куда плывет, слышишь? А ты потому что опускаешь, а надо придерживать левую кнопку мыши, говорю. Поверни, вот. Поверни. Еще раз. Все, тормози, тормози. Давай. Давай, разверни. Сейчас я вылезу, подожди. Я развернусь? Я пока пойду. Ну ты понял. Хорошо. В этот искупаюсь. А я и поем один кусочек. Я о, нормально теперь. Все. А, ёкарный бабай. Все, поплыли. Так, хорошо. Давай. Окей, сейчас. Да не туда ты плывешь, уру. Левой кнопкой ему. А. Все, давай, давай, давай. Да. Карамба, ты что делаешь? Правой кнопкой мыши, подай зад. Все, давай.
рулить надо, потому что нормально. А я что по-твоему делаю? Так, стоять. Давай, рули. Давай, поворачивай. А я что делаю? Давай, так. Нормально. Гребем. Так, поворачивай. Так, поплыли. Так, отлично. Лично, давай. Да не туда ты плывешь. Левый, давай. А, в ту воздух? Так, поворачивай, да. Ты поворачивай, я тебе скажу. И все, давай, я плыву. Ну ты же, у тебя поворот. Я левую кнопку нажимаю, чтобы развернуть, да, типа... Давай, ты греби, ты когда гребешь, я... Да греби влево, леби. Греби. Окей. Когда я тебе скажу, тогда греби. Это, ну да. Так. Влево. Давай еще раз. Давай. Влево, там скалы. Влево еще. Давай. Ты что делаешь? Так, подожди. Так, стой. Давай, гребем. Окей, сейчас. Ага, вижу скалы, да. Подожди. Сейчас я перекушу сразу. Я тоже батончик один только съем. Заодно бутылку. Ты что, куда гребем? К берегу? Так, давай попробуй посмотреть вот этот маленький остров, а потом на берег сразу направо от тебя. Ой. Я сейчас возьму. Подожди, сейчас. Все, давай. Ну, я думаю, так слишком близко не будем. Ты пока корабль разверни, я пошел. Окей, сейчас разверну. Может, там что-нибудь интересное найдешь? А я пока разверну. Ты пока там это, подрегулируй его все это. Вот это да, вот это я обожаю. Вот это мужская работа. Все. Давай. Да тут ничего нет, это обычный бережок маленький. Маленький, совсем? Ну как сказать, тут что нет ничего тут. Ну, собери тогда количество камней, пригодятся, может быть. Или там травы. Или там травы. А крабов там... нет. Крабов нет. Да, цветы, растения. Абсолютно ничего нету. Ну, зато главное посмотрели, что интересное, чтобы не упустить возможности, да? Я прям под это, под яхту провалился нашего. А, ну что ж, приплываем к берегу, в другую часть. Давай! Кстати, по-моему, надо, может быть, еще и это, удочку сделаем. Сейчас, подожди, я-то... У меня подкинул, у меня воду. Как будто я нырнул. Сейчас, подожди. Сейчас я залезу. Без меня-то вести ты не будешь. О, все, залез. Давай, берем. Поехали. Левее, дай, мы сейчас зимбем поплывем. А, и правда, ой, почему бы и нет? Мы можем просто... Лови нормально! Ой, извини. А, давай я развернусь. Давай разворачивайся, блин. Слушай, и правда, давай тогда просто на этом плоте будем жить. Да. Так нам там, поворачивай. Хорошо. Я думаю, есть какой-нибудь такой способ, чтобы объединять плот и еще... Опа, наши чухменские товарищи. Стой, тормози. Окей, что такое? Видишь хрень эту торчащую? Вон та хрень, палка. Сейчас взгляну. А, вижу. Это... Давай-ка немного правее. Ну, сейчас правее сдам. А, я понял. Давай. Сейчас помогу, рули. Подожди. Поплыли. Правее. Я буксирну сейчас.
Ой, ой. Левее дай. Да, хорошо, я даю. Аборигены сейчас, наверное, в офиге будут, что мы там о, делаем. О, там эти, туземцы. Где? Справа от тебя. Я их не вижу. Я только что заметил, они там стояли, бегали. Так, давай, подожди. Давай, давай, регулируй, регулируй. Так, стоять, стоять, ты же. Че, давай. Еще раз, дальше, просто по прямой. Десантура пошла. А, ты пока ты, наверное... тут будь, я сейчас приду. А вот они, я тебе говорю. Я их не вижу. Они прям перед нами. Да ладно, они перед нами. Ты где? Их там целое трое. Да? Да. Нифига их там размножалось. А я чего тебе говорю, их там, там это... Ты, наверное, просто не туда просто не смотрел, поэтому ты не замечал. Где они там, блин? Они, наверное, убежали там, в убежище. Но я точно их видел, их там целые трое. И вот что они, это вот такое? Они. Вот они, вот они, вот они. Они прям перед нами. Уа! Мама! Мама! Беги, беги, беги! Они вот не всплывают, дурында. Давай. Жди тут, я сейчас оплыву их и коктейль молота подожгу. Окей, у меня тоже есть. Так. Готов. Чё, засали? Гниды. Они боятся. Ой, ой, уйди, он тебя подожжет. Шо... Я знаю, я вижу. Скажи, скажи, скажи. Ой, 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 беги, беги. Сзади, сзади. Я понял, сейчас. Прям в воду, блин. Отлично. Я в зубы. Ты, сдо... ты живой? Я живой, живой, живой. Пока живой. И это собачка. Ах ты, кончай, тварь. Кончай ее, кончай. Давай. О, понес. Их лучше блин, сжечь. Блин, сжечь можно было, ладно. А где они живут-то, я не пойму юмора? Мне казалось, это дом. Да, мне тоже, кстати, казалось, что это их не дом. Чайка, да. Блин. О, на мясо свежее. Да ладно, бесполезные. Кто сказал? Бьёшь? Убил уже. А вот еще сзади нас птичка. А где перья-то ее? А, блин. Такой монету да рядом, чтобы... О, черепахи. Вот тебе мясо пришло. Дополнительные запасы еды. Дополнительное пропитание. Да. Давай, пока их поубиваю. Ой. Они катапультировались. Так, я сейчас нырнул. Скупаюсь. О, еще одна черепаха, слышь? Ага. Давай по очереди берем мясо каждому. Да, ну берем мясо сейчас и поплывем. Вон, иди, бери, валяется мясо. Но это голова. Нет, вот. Не голова. Я понял, вот, все, взял, 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 взял. А вон корабль сломанный. Где корабль? А, это не корабль, это лодка. Это лодка, да. А его, так. Наверное,
Диплом. О, веревка. Отлично. Нормально. А, пригодятся. Что это что? А, ты слышишь, это контейнеры, те самые. О, да, определенно. Это не те самые контейнеры от этого грузового сухогруза. Подожди, давай. Так, где-то там ход, где-то там что-то там хранится. О, Михаил. Бери микросхема там. Техники, все необходимо, еда, запасы. Короче, взрывчатку можно понаделать. Да, вот эти как раз то, что мы побрали, это есть, которые относятся для взрывчатки. Да. Бы сюда поближе надо было поплыть. Все, у меня не влезает. Какую-то бумагу нашел. Список. Еще один список нашел. Да, походу. Это по поводу этого груза. Где? Ну я уже побрал. А у тебя, наверное, не появится. А, да, то же самое. Так, да, это... А корабль-то где? Без понятия. О, черепаха вылез. Слышь, походу корабль где-то здесь. По идее, да. Чайка тупая. А! О, черепахи! Убивай! А я одного уже убил. Иди еще одну убивай. Где-то в контейнере под водой что-то есть. Иди сюда, иди ко мне, я сам его залутаю. А, все, больше нету ничего, здесь пусто, где я сейчас в воде. Я пойду попробую сплавать вниз, и если что, это выныриваю. А, у меня тоже забит, я больше нести не могу. Сейчас я приду. Меня один просто лишний выбросил. Ты плот можешь сюда подогнать? Сейчас, подожди. Ты имеешь в виду плот? Да. Можно, только сейчас я добегу. Не-не-не, бесполезно, не лутается. Не лутается, меня подожди. Ты что, под водой? Да, я уже выплыл. А, понял. Слышь, подожди, это микросхема для взрывчатки. О, кстати, давай здесь найдем палочки, соберем. Доделаем тот самый. Палатку и плюс эту сушилку. У меня сколько мяса? У меня сколько мяса? 4 куска мяса. А у меня тоже 4 куска. И плюс еще там у нас там на костре еще считаю. И маленькая порция мяса. Угу. Да мы вообще все в шивщике. Красава. Неплохо начали, да? Так пошли там ихняя база. Пошли там базу, там ихнюю, если что. Там чем полезно найдем. Видишь там вот эти? Да, столбы. Вот эти, где головки, это доказывает тому, что они здесь. Так, вот. Подожди, я сейчас свой топор улучшу. Улучшишь? Так, а где они? Я же подобрал вас, где они? А. Ага, скорость, если такое, нужно зубы для урона. Смотри. Алло. Сейчас, подожди. Я уже улучшил зубами его. Ну, понятно, а я-то нет. Я, по-моему, пошли. Нет. А, иду. Вон их не база, слышь? Пошли. О, мяско. Ты не убьешь ты его, пошли за плотом. Ну ладно, ладно. А! Я, кажется, знаю, где мы с тобой. А, выдохался у меня. Сейчас. Так. О, пещера. Иди сюда. Иду, 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 иду. Пещера? Да. Значит, там тоже все есть, что-то там может быть храниться. Давай, пошел. Ты бежишь.
Так, подожди. Так, идем. Так, здесь ничего нет. Так, внутри мутаем. А эти твои же будут сейчас там внутри. Все боссы, что ли? Нет. Отряда всего лишь. О, палатка здесь есть. Поспать можно. Костер даже присутствует. Кассеты. И водка. Ха-ха-ха, нормально. Ну да. Может, сохранимся здесь на всякий случай? Не знаю, твои осмотрения. Я на всякий случай, чтобы это 50 раз а не переигрывать на один тон же. Мы переписали. Так, я думаю, пошли, я смогу... пошли. О, ты факел сделал? Ну да, там нужно палку и ткань обмотать. А. Так, одна палка, да, говоришь? А, тряпка. В крафт зайди. А я что делаю? Все, готово. Поджигай. Все, пошли, иди, иди вперед. А у тебя что, уже погашивает? Нет, я его зажечь могу заново. А, его можно зажечь и пользоваться бесконечно? Что это такое? А, это пещера такая. А я тебе говорю, это пещера. Чёрный бабой, как страшно. Ой, здесь еще ниже можно спуститься. А, нам сюда. Да, ну давай сначала все здесь осмотрим. Я пошел вниз. Ну, будь осторожен. А я просто в другом месте разделились мы с тобой. Звездец, иди сюда. Я в другом месте. Иди ко мне, мне страшно, тут черепа подвешенная. Бешеная? О, да. Здесь еще спуск есть. Куда я сейчас прошел? Иди ко мне, мы правильно пришли. Так, поесть. Сюда иди. Ко мне иди обратно и на этот, на тот спуск, я тебя жду. Меня убили. Кто? Тевземцы, они находятся внутри. Ты сохранился хоть? Да, я сохранился. В палатке? Нет, самого сохранения игры, в палатке я не спал. Мне теперь бежать тут нужно. Ты там все улетаешь? Ну я выбираюсь из нее. А я спустился там, где ты там, с левой стороны от тебя, где там ты там стоял. Я пошел там вниз, на коточке, и дошел туда, и оказался там. И там тимзенцы там оказались. Этот один тот же, только на две пути делится. Блин. И правда мне придется. Слушай, я проход, я заблудился. Ты поднялся? Нет, я поднялся, я не ношу проход. А-а-а. Я через от самолета до туда пещеры добежал пешком. Без сжигалки. Меня не найти. Так. Скорее вам.
ты ходишь? Это я бегаю, да, на поверхности. А что? А, ничего, ты меня просто напугал. Я. А кроме меня-то никто не бегает на поверхности. Блин, я факел забыл сделать. А я ничего сделать не смогу, потому что у меня все вещи там, где я сдох. А как мы с тобой сюда пробрались, не помнишь? А там есть такая, типа, там, где возле палатки, там есть такая дырочка, которая надо пролезть через нее. Так, говоришь, возле палатки дырка, да? Да. Вот палатка. И возле нее немножко дальше. Там есть это проход через дыру. А, понял. Хочешь наружу выйти, да? О, привет. Ты там ходишь? А ты меня что, видишь? Да, здорово. Здорово. А я это хочу это опять обратно пойти в пещеру и забрать свои вещи. Да пошли уже, сейчас ночь, надо валить отсюда. Я в критическом состоянии, я скоро умру с голоду. У меня ничего нету. Так. Че, пошли? Бывай. Это кто? Босс! Пожигай его! Самый неповторимый босс. У меня нет ничего, я драться не могу. Прости. Беги, блин! У нас гости. Прямо в воду бежим. Он орёт, блин, бежим! Ой, это блин, босс. Это все этузиамцы прибежали. Давай, вот он. Это босс. И что делать будем? Я не знаю. А, подожди. Вон. О! Не-не-не-не-не. Тикаем. Блин. Хорошо, конечно, начало, блин, но все плохо в том, что я свои вещи не хочу оставлять. Я тоже. Прям нет, плывем. Ну, нет, ты же не умер, у тебя плывем прямо за плотом. Пошли за плотом. Да, пошли, блин. Блин. Это что, вожак, что ли, ихний? Я тебе и говорю, это был босс как раз, вожак. Он и есть, который ходит так много с черепами. Большая нога, как вот это они там называл. Они за нами бегают? М? Ты что делаешь, Я плыву, а что? Смотри назад. Они не могут в воду залезть. А я да возле... они воды боятся. И огня боятся. Так. Наверное, боятся в воду, потому что там водится акула, а там уже нет акулов. Да? Блин, я еще и замерзаю, если долго в воде нахожусь. Я знаю, тоже. Капец. Они убежали от нас. Не думаю. Они все-таки там присутствуют. Я их вижу. Вот некоторые бегают в нашу сторону. Они хорошо видят в темноте нас. Подожди, сейчас. О, еще наверху, смотри. Где мы сейчас плывем? Вот там тоже еще боссы. Все, стой, за мной беги. А я к плоту бегу, а что? У нас плот где-то там. Да, возле берега.
Я проплываю мимо Хантери. Я тоже. Вот это да. Здесь палки присутствуют. Ну все, чего? Пошли. Пошли, бежим просто. По воде пока не Звездец, надо. смотри назад. Я знаю. Я же говорил, вначале тогда аж плыл. Там тоже. Подожди. Мне кажется, что-то было. Не, это наши шаги, то, что бежим. Не, вот. А где плод-то? Вот там, на воде. Впереди. Ты его видишь хотя бы? Я мотки вижу. Ну плыви давай, я за тобой. Окей. Нифига ничего не видно, блин. Я знаю. Ничего не поделаешь. Вам холодно, мокро. Разведите костер, чтобы просохнуть. Но это мы знаем, мы это сделаем. Мы сейчас там из... А ты взял, что ли, костра? Нет, у меня ничего нет, я же умер, тебе говорю. У меня даже листьев нет. Твою мать. Ты сдохнешь? Нет, у меня просто пока... До свидания. Подними меня быстрее. Я плыву вперед, как могу. Братан, я сдох. Молодец. А ты что плыл-то под водой? Ты надо поехать. Все, перезагружишь? Нет, я тебе говорю, надо. Давай я создам игру. Блин, опять все сначала, а тогда на этот раз. Не-не-не, продолжим, потому что объяснить надо, что мы с тобой создаем новую игру. Нормально. О, я уже проплыл. На-ка. Yes, так. Два человека, частная игра. Не, слово «частно» не надо ставить, иначе никто не присоединиться не сможет. Давай, я создал. Ребята, придется нам заканчивать эту серию. В следующей серии мы продолжим. У нас одни только провалы, ребята, идет. Пока. Всем пока, ребята. С вами был Лео и Дима. Это был Train Fox, первый сезон в OneLine.